Чистить машину мы должны после каждого большого вязания. Вот связали что-то большое, особенно если пушистая пряжа была, обязательно машинку надо почистить. А смазывать перед каждым вязанием последующим. Для чистки берем щетку. Вот у меня такая щетка, достаточно не длинная и жесткий ворс у нее. И вычищаем весь пух из машинки. Неважно, такая машинка у вас или другого типа, чистка у всех машин происходит одинаково. С той разницей, что когда у нас есть платинки, мы должны из-под платин вытащить тоже грязь, которая туда забивается в процессе вязания. У кого платинок нет, у того и проблемы. Почистили жесткой щеткой, обязательно. После этого машинку надо смазать только машинным маслом. Машинное масло бывает разных видов, бывает хорошие очистки, бывают грубые очистки, нам не важно. Нам особо чистое масло не нужно, можно использовать такое достаточно желтое. Оно дешевле стоит, для вязальной машинки вполне подойдет. Продается в галантереях и магазинах для швейных машин. Вот. И смазываем. Самое главное в каретке, это в станине машинки самой, смазать рельсы. Рельсы у разных машин разные. У кого-то она круглая, одна рельса, у кого-то, вот как здесь, две рельсы, это не важно. Чуть-чуть смазываем по краям. Смазываем пяточки игл. Не разливаем масло, а берем ватный диск. Немножко на него наносим масло. И смазываем вот так пятки. Этого, в общем-то, достаточно, потому что сейчас мы с вами смажем каретку. Что является гораздо более важным в машинке. Я показываю на простой каретке, вы смотрите, обязательно смотрите инструкцию к вашей машине, потому что на разных машинках мы должны смазывать разные места. Они у всех разные. Заливать всю каретку ни в коем случае не стоит. Здесь я смазываю рельс. Можно ориентироваться на самые тертые места. Если у вас машинка не самая новая, то у нее подтираются места, вот эти вот трения, их и мажем. Обязательно мажем те части, которые у нас идут по рельсам. Здесь мы мяжем уголок, поднимающий платинки, и смазываем те места, где у нас проходят иголки, для того, чтобы облегчить им работу. Пластмассу заливать не надо. Смазали. Кстати, очень сильно заливать тоже не надо машинку, потому что вы перепачкаете иголки, и у вас будет грязное вязание. Это нехорошо. И после того, как вы смазали всю машинку, ставьте иголки в рабочее положение на всей машине и несколько раз погоняйте каретку. Посмотрели, что все смазалось, машинка ходит ровно, хорошо. И... В общем-то, этого достаточно. Самое главное, смазать каретку в тех местах, которые предусмотрены инструкцией. Не надо злоупотреблять этим, не надо мазать все подряд. И ни в коем случае не заливайте машину. Для того, чтобы смазать пятки игл, достаточно ватного диска. Вот так вот. Можно... Лучше лишний раз это сделать, но не заливать машину. Пластику это ничего хорошего не принесет. Пластмасса не любит машинное масло заливаемое. И если вы будете вязать... Здесь у меня машина с наклоном назад, масло будет вытекать. Современные машины прямые, масло будет болтаться в пазах и будет пачкать ваше вязание. Это тоже не очень хорошо. Мажем рельсы, мажем каретку, мажем пятки игл. Все, больше машинки смазывать ничего не надо. Следите за тем, чтобы она была чистая, с минимумом масла, ну, чтобы оно было. И машинка будет служить вам долго, долгие годы, не будет ломаться.